Ожил Никита Сергеевич Михалков и сразу записал Дай бог здоровья, да. Да. И сразу записал примечательнейшее видео. Он рассказал, что увидел в храме, в старом храме, старинном храме, на полу букву Z. И это, конечно же, знак. И якобы Z была вырезана неизвестно кем и неизвестно зачем, неизвестно когда. Но вот какой Никита Сергеевич делает вывод. Одно могу сказать точно, что это произошло минимум на 150 лет раньше, чем наступило 24 февраля 2022 года. Я подумал, если этот знак вырезан здесь, в храме, величайшем храме, знаменитейшем храме, это не может быть случайностью. Значит, это нужно Господу. А если Господь с нами, то кто может быть против? Как вам? Сильное, сильное заявление. Слушайте, ну... Господи боже мой, сколько же можно комментировать-то Никиту Сергеевича? Бедный я бедный. Но тем не менее, понимаете? Ну, это банальная вещь, давно известно, да? Никита Сергеевич Михалков талантом в маму, а цинизмом в папу. А Никита Сергеевич изображает святость. Никита Сергеевич у нас Фома Апискин. Настоящий Фома Апискин. Вот уж просто без... Как говорит Ширвин, запудрите на сцену, ему ничего играть не надо. Просто вот, собственно, мы слышали речь Фомы Апискина. Вот такое вот село Степанчиково наше большое. Потрясающе. Простота. Понимаете, какая штука? Тут ведь бог с ним, с Михалковым, или черт, скорее. Он обращается, тут важно, ведь это было, я не ошибаюсь, это ведь у нас федеральное телевидение показывает это, конечно, да-да-да. О, вот что важно. Вот что важно, что вот этот уровень разговора, да, для отставших в развитии детей, вот этот уровень аргументации для отставших в развитии детей, он полагается сегодня, так сказать, на российском телевидении для российского электората. Это вот так себе, да, так себе вот эта вот элита представляет себе народ. Что вот это вот все такие дебилы с приоткрытыми ртами, в этот ротик можно что угодно положить, любое говнецо. Что и делается. Вот этот уровень аргументации. Это гораздо важнее, чем сам Никита Сергеевич. Он циник и циник и есть, Господи Боже мой. А вот то, что это канает, то, что можно в прайм-тайм на федеральном телевидении, в российском, гнать вот эту туфту многозначительную, и этого Фому Апискина, значит, круглые сутки показывать, вот это, конечно, ну, важный показатель уровня деградации в данном случае.